Всем большой привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодняшнее видео – это покупки из магазина Fix Price. Давайте начнем. Первое, что вам покажу, это масло подсолнечное рафинированное торговой марки Меладора. Здесь 900 мл. У нас изготовитель Республика Татарстан. Беру уже не первый раз это масло. Оно мне вполне устраивает и по качеству, и жарит на нем хорошо. Поэтому никаких претензий не имею. Стоит оно 55 рублей. Из продуктов питания еще покажу. Кондитерская фабрика Элина, печенье классическое со вкусом сгущенного молока, 300 грамм, стоит 25 рублей. Купила супругу, он у меня любит самое обычное печенье, такое, знаете, с нежным вкусом, либо топленого молока, либо сгущенного, либо сливочным вкусом. Нормальное печенье берем первый раз, но, как правило, оказывается оно вкусным. Надеюсь, это тоже понравится. Еще супругу купила, он уже забрал, Арома 3 в 1. Это пакетики знаменитые, да, наверное, все их уже пробовали. Здесь в упаковочке 10 штук, у меня с ароматом карамели. Есть еще классические в красном исполнении. Стоят они 50 рублей. Берем уже, конечно, не первый раз, не самый полезный продукт, но иногда он с собой берет на работу, и поэтому ему такая покупочка нужна. Еще из продуктов питания покажу чай черный с травами Daily Joy. Здесь 100 грамм. У нас со вкусом чабрец и мята. Эти вкусовые добавки мне вполне приятны. Давайте посмотрим с вами состав. У нас очень натуральный чай черный байховый, чабрец, мята без ароматизаторов. То есть довольно натуральный состав. Срок годности 24 месяца и изготовитель город Подольск, Московская область. 100 грамм пакетик. Я из этой марки покупала зеленый чай с лимоном, осталась очень им довольна, и поэтому приобрела еще чабрец и мята. Периодически люблю заваривать себе такой травяной чай и наслаждаться его ароматом. Чай у нас стоил 55 рублей. С продуктами питания мы закончили, теперь давайте покажу немножко бытовую химию. Повторно и неоднократно покупаю кислородный отбеливатель Pure White с активным кислородом для белого белья. Есть такой еще для цветного белья, но у меня вот сейчас закончился именно для белого. Там содержится ложечка внутри. Он подходит для машины стирки, прекрасно отбеливает, прекрасно работает, 600 грамм. Девочки классные, кто еще не пробовал, то могу посоветовать. Таким образом он выглядит, такие крупиночки, очень хорошо работает. Никаких претензий у меня к нему нет, его цена 55 рублей. Из новинок бытовой химии увидела жидкое мыло хозяйственное от компании Evco Cosmetics. Это наша местная торговая марка. Первый раз беру хозяйственное мыло в жидком виде. Здесь большой объем 500 мл. Вот такой вот дозатор у нас довольно удобно в использовании. Вот что пишет нам производитель. Подходит для любых поверхностей, сохраняет цвет и новизну одежды, придает мягкость тканей, подходит для любых тканей. Такая у него текстура средней консистенции. По аромату приятно пахнет лимоном. Такая лимонная отдушка, немножко химическая, но довольно приятная. Надеюсь, хорошо он будет работать. Предполагаю, что буду простировать какие-то хозяйственные, может быть, тряпочки, какие-то вещи. Ну, посмотрим. Потом, конечно, в пустышках бытовой химии обязательно про него расскажу. Его цена 50 рублей. Очень интересно будет попробовать. Из хозяйственных еще приобрела пакеты для мусора, мои самые любимые. Обязательно беру их в Fix Price каждый раз, когда бываю. Это особо прочные, у меня с ароматом лаванды. В упаковке 30 штук, 50 на 60 сантиметров на 30 литров. Здесь очень приятный аромат лаванды, таким бонусом. Также я купила еще с ароматом морской бриз, очень приятный аромат. И аромат лимона. Отдушка весьма приятная. Пакеты по качеству великолепные. Поэтому какие были, знаете, такие виды, такие я взяла.
Нужна была как-то липкая лента, клейкая, скотч в доме не оказалось, поэтому считаю, что такие вещи всегда нужно хранить. Стоит липкая лента 25 рублей. Ну, по качеству не знаю, какая будет, наверное, хорошая. Надеюсь, что понравится. Еще взяла батарейки солевые, 55 рублей. Здесь у нас 10 батареек, всегда нужны. У меня типа 3А. Бывает, что нужны, особенно в детские игрушки. Купила себе очередную книжку. Бывают интересные и выгодные предложения фикс прайс. Это Лайза Джоэл «Третья жена. Женское счастье». А по описанию книжечка стоила, кстати говоря, 77 рублей. А вот описание. Такая предыстория. Ну, не знаю, здесь мягкий переплет, довольно-таки, в принципе, читабельный шрифт. И прочитать где-то в каком-то месте, пока чего-то ждешь, да, например, в очередь, еще где-то, то, в принципе, можно. Такое приятное оформление, красивое. Надеюсь, книга понравится и по сюжету будет интересно. Давайте мы с вами немножко подвинемся. Дальше у нас будут новиночки. Себе приобрела я трусики с такими интересными на попе мордашками кошачьими в очках. Такие стильные трусики в таком нежно-бежевом цвете и нежно-розовом. Кошачья мордочка здесь повторяется. Я взяла себе размер 42. Нравится их состав. 95% хлопок, 5% эластин. Трусики стоили 50 рублей. Вообще отличная цена. Такие удобные, беру не первый раз. Теперь давайте покажу вам новинки, которые мне удалось поймать. Это «Зеленая аптека», эта компания представлена. Я уже брала неоднократно товары, но на этот раз мне попался крем для рук «Вторая кожа». Почему взяла? Потому что заинтересовало обещание для экстремально сухой кожи. 3 в 1. Сейчас кожа рук как нельзя сохнет, потому что мороз, ветер, дома сухой воздух и батареи, поэтому все это, конечно, негативно сказывается. 100 мл объем, много чего написано. Конечно же, содержит, к сожалению, спирт, но, надеюсь, будет хорошо питать, увлажнять кожу рук. Пока не пользовалась, продукт у нас зафольгирован, его цена была 50 рублей. Буду с удовольствием пользоваться. Кстати говоря, был еще с ароматом розы, но розу я не очень люблю, поэтому остановилась на персике. Из новинок, которые меня очень удивили, это компания FAM, дезодорант для тела, антиперспирант, который не содержит солей алюминия, а с лепестками роз, 48 часов защиты. Распыление софт. Этот продукт в большом нестандартном объеме 200 мл. Такая, знаете, вытянутая долговязая бутылочка. Этот продукт, как вы видите, абсолютно на английском и другом каком-то языке. То есть здесь всего лишь такая небольшая наклеечка информационная, такой небольшой стикер. Я так поняла, что это импортный продукт, и компания Henkel Rus вот для нас его перевела и привезла каким-то образом в Россию, и он появился в фикс-прайсе. Продукт очень понравился, его цена... Сейчас вам покажу, 99 рублей. Я, конечно, была очень удивлена, потому что за 99 рублей даже в более маленьком стандартном объеме 150 мл уже не найдешь дезодорант, антиперспирант, а здесь такой большой. Жалею, что не купила 2 либо 3, потому что он мне очень понравился. Пару раз я его уже пшикнула. У него очень приятный, цветочный такой, ну, довольно насыщенный аромат. Понравился он мне по стойкости, по своему качеству, поэтому прям, знаете, просто супер-супер. Не ожидала я, что такой продукт найду по столь привлекательной цене в фикс-прайсе, поэтому прям вообще классно. Еще одна новиночка. Это жидкое мыло для интимной гигиены, содержит молочную кислоту с экстрактом хлопка. Было представлено в 2 исполнениях. В такой упаковочке и в розовой. Ну, мне почему-то понравилась именно такая упаковочка.
подходит для ежедневного ухода, поддерживает естественную микрофлору. Давайте посмотрим, что нам написал производитель. Вот вы видите сами состав. Содержит экстракт хлопка и молочную кислоту, ну, конечно, уже почти что в самом конце. Товар у нас свежий, сделанный в январе, то есть в этом году, в январе этого года, 250 мл объем, изготовитель Москва Лорен Плюс. Первый раз я вижу такой продукт. Вот такая у него красивая упаковочка. Единственный минус, что нет, конечно, дозатора, но давайте вскроем и посмотрим. Он у нас гелевый, довольно, как я вижу, жидкий, такой мутноватый. По аромату очень приятная отдушка. Надеюсь, что не будет раздражать, сушить слизистую интимной зоны. Хорошо будет ухаживать за ней. Его цена была 55 рублей. В магазине FixPrice появилась торговая марка «Лесной бальзам». Моя любимая. Это основной уход со вкусом трав. Такую я еще не пробовала. На каждый день очень люблю «Лесной бальзам». Вот у меня одна закончилась, в запасах нету, и решила себе прикупить здесь 75 мл. Все мне нравится в этой пасте, как она ухаживает за деснами, как она очищает, как она освежает дыхание. Очень приятная, ее вкус нравится, поэтому, конечно же, я приобрела, стоила на 55 рублей такая паста. Не могу я без лесного бальзама, много паст перепробовала, но лесной бальзамчик обязательно должен быть у меня в уходе. И увидела я в отделе, где зубные пасты, тоже новиночки от компании Oral-B. Это у нас Black, всесторонняя Black чистка. Купила я щеточки, две щеточки средней жесткости в двух разных цветах себе и супругу. Цена была 55 рублей, как вы видите, девочки. Потом я зашла в другой гипермаркет, и точно такие же щетки стоили в районе 123 рублей. То есть, ну, разница существенная. Я очень удивилась. Я вообще думала, что будет не 55 рублей, а, например, 77. Поэтому купила сразу две штучки, пока они не пропали. У них очень интересная такая щетинка. Она многоступенчатая, есть щетинки повыше, пониже, для более глубокой и такой, знаете, чистки десен и зубов. Что нам пишет производитель? Вот информация. Щетинки в форме чашечки превосходно очищают межзубное пространство и область вдоль линии десен. Мне нравятся такого рода щеточки, поэтому приобрела. К тому же щеточки нужно менять раз в 3 месяца. 55 рублей, вообще отличная цена. Все, друзья мои, это все мои покупки из магазина FixPrice. Увидимся в новых видео. Всем пока!